Вот так вот гусечка учит своего малыша кушать. Вот он уже и кушает, и пьет. Ну, молодец, какая девочка. Умничка, умничка моя зая. Нет, вы только посмотрите на этого стража. Его гусыньки все по гнездам сидят. А он уже сколько времени стоит. И никуда не уходит и не заходит. Вот так стоит. Он, наверное, сегодня даже и не кушал, потому что гусыньку поводил. И вот так вот целый день. Сейчас мы ему покушать дадим отдельно. Я ему гранулы принесла, а он ушел. Гусятам ушел. Вот такой вот у нас гусь. Умница. Умница такой. Яйца у кур надо забирать, потому что сюда заходит Степка. И уже не единожды я видела, что он съедает яйца. А тут мадама сидит одна. Ой, нету, ничего нету. Ой, какая нравится. Да, да. Ты громче кричи, когда снесешь. Ах, нет. Вот, оказывается, есть. Да, ты такая у меня красавица. Вот умница. Все, 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 не трогай. Все, 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 пошла, пошла. Здесь тоже посмотрим. А тут она уже полдня сидит. Неужели рассиживается? Thank you.
Чё, подружки, индюшки? Одна полдня сидит, другая примостилась тоже. Ну вот уже 3 яйца будет, это точно. 4-е там у индюшки. Да, сколько вы нам индюшат налупите? И полный инкубатор вчера заложила. Молодцы, девчонки, умнички. Чё, зайцы, как у вас тут дела? Здоровые уже стали, да? Ну, потерпите немножко, скоро пойдете в сарай гулять. Там будете на воле, будет классно. Любопытные. Тима пришел? Как там твои невесты? Все нормально? Ну все, иди, иди, там дома есть кушать. Черешня цветет. Это в старом сарае курочка. Давайте попробуем ей зеленое яйцо положить. Как она отреагирует? Они несут бежевое яйцо, такого молочного цвета. Возьмешь, нет? Дальтоник, наверное. Или все вы мамки такие, да? Чужих детей не бывает. Она, по всей видимости, рассиживается у меня помаленечку, будет кочечкой. Потому что я замечаю, что она каждый день и долго сидит в гнезде. Ну, это будет хорошо. А мы ей еще вот так вот. На. Тут девчонки нанесли. Возьмешь? Надо? Надо или нет? Вот, вот молодец. Давай, давай. Если ты у меня сядешь, я тебе гнездо здесь хорошее сделаю. Соломки побольше принесу. Ты моя зая. Сходи водички попей, так дышишь. Сегодня жарко. Жаркий день. Да молодец, моя девочка. Че, Петюх, охраняешь? А? Лохматый. Ты у меня красавец такой. Где твои девчонки? Никому не дает своих девчонок. Где-то лазают, гребутся. Да? Вон они. Вот она одна. А вон вторая. Их яйца с этим петушком, то время, которое они побыли и снесли яйца, уже заложила в инкубатор, пометила. Будем смотреть. Это курочки Адлер, а наш петушок вот такой лохматый с чубом. Хочу, чтобы вот эти вот курочки, цыпляток нам, вот таких же с хохолком принесли, привели. Или как сказать, или мы вылупили их. Их дело было снести яйцо и поиграться с этим петушком. Он такая разговорчивая. Олька, Олька, ты разговорчивая. И тоже вон такая вот она с хохолочком. Это ее сынок, это однозначно. Потому что и гребешок такой же.
Только вот петушок какой был. Давай, Петюха, я тебя еще поснимаю. Давай, покажи, как ты умеешь ходить с осанкой, да? Ну, ты мой красавчик такой, вот, вот. Ну, ну, умничка, умничка. За девочками смотрит. Ну, а пока всем пока. До новых видео. С вами был чудесный день. Заходите к нам в гости. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Ставьте пальчик вверх, если понравилось. Поделитесь нашим видео. Всем чудесного дня! А это слива зацвела. Она такая красавица. Пчелки уже работают.